Понимаете, сказать, чтобы не было никогда войны, это ничего не сказать. Потому что вот я даже иногда думаю по своим внукам, вдруг они запоминают какие-то такие вещи, которые были сказаны совершенно вскользь, а в их сознании это как очень важная вещь запомнилась. И вот какую-то одну важную вещь сказать молодому поколению даже трудно себе представить. Потому что, мне кажется, это должен быть или какой-то рассказ медленный такой, когда дети сидят, и, в общем, внимание их все-таки не ускользает. И вот как сейчас, чем бы можно было это внимание держать детей, я даже не могу себе представить. Понимаешь, говорить, что хлеба было мало, что крошки собирал пальцем и разводил руками, что был такой батон. Понимаешь, когда кругом благополучная жизнь, это невозможно представить. Может быть, какие-то кино показывать, понимаете, документальные даже. Очень тяжело донести вот до молодого поколения, что вот эта война – это ужас. Это ужас для всех. Для всех воюющих сторон. Это ужас. Словами это, наверное, не скажешь. История ничему не учит. Даже история любого человека, наверное, мало поучительна. Вот. И что сказать молодому поколению? Поверьте, что это ужас. Поверьте. Как-то осознайте. Сами подумайте. Найдите небольшое время вот осознать. Что вообще в мире вот творится? Это вот нормально такая жизнь? Да, если какой-то уголок защищен и кажется благополучен. Ну, а если подумать так о большем, что вокруг творится? Вот как внушить, чтобы вот это чувство было где-то внутри? Никогда больше, никогда.